Даниэль, привет! Привет! Мы сегодня пришли в бал. Даниэль сегодня гуляет в парке на детской площадке и играет он с трактором Брудер. Горячий песок. Видишь, как он вот поднимает, там песок там застрял. Там песок застрял просто. Там застрял песок просто. Даниэль, а расскажи про трактор, что он умеет? Тут есть ручка такая, ты крутишь, и там двигается лопата такая. Да, такая ручка, Даниэль ее крутит, и лопата двигается, она поднимается и отпускается, да? А вот это ты крутишь вот эту штуку, ручку, и он делает подлиннее. Она удлиняет кран с лопатой, чтобы, да? Если неудобно, то она удлиняет. Да, чтобы достать куда надо, да? Да. Она такая, да? Вот так удлиняется, да? А ну покажи, какая она длинная становится. Сильно удлиняется? Да. Какая длиннющая стала, да? Кран с лопатой, такой трактор. Как настоящий, да? Да, прям как настоящий, ты прав. А еще что у этого трактора есть? А у нее крючок вот этот. Такая ручка, ее крутишь, да? И поворачиваются колеса. Да, здорово, да? И даже задние колеса. Такой трактор. И даже задние колеса. И задние колеса поворачиваются. Здорово. А тут есть ручка. Так. Ты ее крутишь, а этот кран поднимается и опускается. Ну и насколько он поднимается? Давай покажи, сильно он поднимается? Я сейчас покажу сейчас. Так, вот Даниэль крутит ручку. Ого, как высоко! Ого! А ну давай до конца посмотрим, какой он станет сейчас. Еще поднимается? Все? Да. А ну давай удлини, теперь сделай, чтобы он длинный был и высокий. Вот такая вся штука, которая поднимает и опускает. Так, а ну сейчас посмотрим, что там видно. Вот что видит Даниэль. Сейчас мы этот кран сделаем выше и длиннее, да?
Мы сейчас показываем, как он станет длиннее. Да, насколько он станет выше и длиннее, что он умеет. Ого, какой длинный, да. Высоко достанет он, да? Да. И теперь песок вот так, как снегопад, да. Будет падать. Да. Вон он какой длинный, высокий. А смотрите, как у него открылась дверь. Вот открылись двери, да? Да. Вот так закрываются. И открываются, и даже зеркало вот здесь двигается, правильно? Чтобы было видно. Да, закрывается и открывается. А когда нет зеркала, так то ничего не видит. Конечно, зеркало это обязательно. А когда тут есть зеркало, он все видит, да? Да. Колеса резиновые они. Серьезно? Да. Ну, точно, колеса резиновые. А тут можно еще тебе прицеп. Прицеп еще можно туда. Да, вот сюда можно прицеп нацепить, да? И он даже снимается. Даже снимается. А мы еще не показали. Дядю еще не показали, да? А ну, давай показывай, что за дядя. Это рабочий, да? Да. У него двигаются руки. Руки двигаются? Видишь? Да. А у него еще плавает. Ага. А ноги тоже двигаются, смотри. И ноги двигаются, да. Смотри, у него крутится еще голова. Голова крутится. Угу. Он такой рыжий, да? Рыжий. Нет, он не рыжий, у него русые волосы. Да. Ну все, мы закончили. Уже мы показали. Вот такой дядя. Такой. Привет, ребята. У него голова крутится. Махать рукой. И рукой вот поднимать. Он может вот махать рукой и сказать привет, да? Да. Вот он как будто что-то держит, и рой. Ноги сгибаются у него, и он может сесть в машину, да, Даниэль? Да. 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 А давай покажем, как этот зеркал копать. Поднимает, да? Я даже не знаю, что он может копать. Видно тебе что-то? А? Видно, все видно.
тоже, я тоже можно трогать ее, да? Да? Да. Смотри, как он открывается? Открывается вот, вот капот такой. Капот у него есть и открывается, да? Да. А я двигаюсь, вот такая форма двигается. И можно копать, да? Да. Так для него поднимается стрела такая. Видите? Здорово. И да, у меня есть еще эскаватор. Что это у тебя? Это эскаватор, у него еще один, да? У него двигается, и эскаватор двигается косо. Лопата, да? Да. А у него еще тоже двигается. И это еще один. Ну и как он копает, покажи. И вот так он крутится. А, еще и крутится в разные стороны. А так у него есть колеса. Даниэль, пришла пора прощаться? Да! Ставь лайк! На канал! Подписывайся! На канал! Пока-пока! До встречи в следующем видео! Пока-пока! Пока-пока! Поехал, да?